Всем привет. Блядь, теперь остановлен. Привет, друзья. Как у вас дела? Никогда не вижу. Блин. Не вижу нифига. Что-то происходит. Сейчас, ребят, я... Что-то солнце очень сильно тут вышло. Всем привет. Всем привет, дорогие мои, любимые мои друзьяшечки. Вот. Как у кого дела? Блин, я надо где-нибудь тень найти. Что? Так, ты где? Слушайте, я... Так, подождите, что-то... Приветики. Привет, Лиза. Привет, Пробр. Думаю, не сесть-то. Сейчас найду, куда приземлиться, может, потреплюсь немножко с вами. Ой, блядь. Так, привет. Приветики. Ты где? Я в Питере. Сран. Почему сран? Привет, Марта. Привет, девушкина. Здравствуйте. Привет, ребят. Я не могу вам отвечать. Не бесит это Девяткина? Нет, Девяткина, кайф. Девяткина, кайф. Все вообще шикарно. Все аккуратненько. Приветики. Как дела? Слушайте, дела нормально. Дела нормально. Как вы видели, ушел с проекта. Вот. Мне интересно ваше мнение о том, что нормально ли я отстоял. А, знаете, что я скажу? Да. Да. Нет, за дерево. Ага. За дерево. А, за дерево? Ребят, вот помогаю, что делать. На вас смотрит 1 000 000 человек. Да ну что? Ну, очень много. Спасаем дерево сюда. А, мы дерево, ребят, спасаем. Вот просто вот сейчас пока шел, с вами разговариваю. А что с ним случилось? Да не знаю, кто-то выбросил пакет, блядь. Запутал. Да вы что? Ничего себе, ребят. Ну, как бы происходит сейчас спасание дерева. Если бы не вот этот мужчина и я, этого дерева, возможно, не было больше в этой жизни. Так что сейчас мы его, ребят, спасем. 1 000 000 мисс. Да, ребят, так что Greenpeace, можете подписывать с нами контракты. Мы следим за природой. Ну что, они легче? У вас ножа нету? Да, с собой. Да, есть нож. Пистолет еще есть. Ну, все холодное оружие с тобой. Да, вообще все. Все, спасли? Почти. Нам можно оставить как флаг его, он будет только болтаться. Так вот он как флаг и болтался. У меня же как-то... Так, красиво будет. Вы, в общем, короче говоря, запереживали и решили спасти? Решили. Правильно, да. Все? Все. Скажи, вот. Все. Спасибо большое. Так, ребят, мы вас спасли. Это в Инстаграме, в социальной сети. Смотрите Дом 2? Да. Вот, увидите там. Да? Да. Хорошо. Что, зовут Александр? Так, ну, с Александром познакомились. Так вот. Так, ребят, давайте продолжим наш разговор. Настолько он вышел, настолько мужику этому дерево это беспокоило, что просто он из дома, он там живет, по ходу дела, вытащил этого и пошел это дерево разбираться. Так, ну что, всем привет, друзья. Ну, короче, смотрите, хочется у вас спросить момент один. Нормально ли я высказал все по поводу Маргариты? Когда, блин, на самом деле, ну, я буду вам рассказывать, конечно, не так сразу все. Все моменты, допустим, давайте, ладно, присоединим кого-нибудь. Машулю Калмыкова. Машулечка Калмыкова. Так. Привет, Веталь, приветики, друзья, всем. Ты не отвечаешь и не читаешь. Все читаю, отвечаю, давайте. О, сейчас походу должен быть. Жесткий. Красавчик, ты супер, люблю тебя, ты кайф, спасибо. Так, взрослый ребенок. Привет. Привет. Так, привет. Ты не сможешь жениться. Да, привет, здрасте. Ну что, как дела? Жалко, что ты ушел, короче, с проекта, очень жаль. Ой, да, и мне тоже жаль. Конечно, знаете, такой момент, что, получается, построил, нашел девочку, Риту. Все у нас закрутилось, завертелось, не знаю, как... А показывали, что мы пары друг друга объявили? Ну, нет? Да, по-моему.
Мы, короче, пары же друг друга объявили. Все вообще, все шикарно было. Но, к сожалению, вот так получилось, что почему-то проголосовали против. Непонятно почему, если честно. Вот. Ну, короче, такие дела. Оставили Олега. Лучше бы тебя оставили. Ну да. Ну, что поделать. Видишь, жизнь ко мне не справедлива. Вообще непонятно, почему у меня не получается все. Вот, видите, сейчас такой ливень начнется. Просто просто вам не передать. Так я тоже из Санкт-Петербурга, но я сейчас на даче. А, такая жесть, подожди, что мне надо спрятаться куда-то. Просто ужас. Ну там весь трафик. Это... А, подожди, подожди. Так, ладно. Короче, в общем, ты разочарована, да, что я покинул проект? Да, причем очень. Ну, ладно, что. Ну, не знаю, как что будет дальше. Будем общаться с Маргаритой. Ничего я пока говорить не буду. Пока мы... Ну, как бы мы объявляли себя парой. Вот, хочу всем это сказать. Ну, пока неизвестно, что там вообще ждет, как там будет. Вот, ну, посмотрим. Пока не знаю. Так что вот. Ладненько, давай, пошел, короче, я дальше общаться. В общем, хорошего дня. Всем мир, всем давай, близ. Тебе тоже. Так, ребят, ну, в общем, короче, поговорили. Ну, привет, привет. Аляна оставили, Саша. Ну, скоро все узнаете, еще подробности одни. Смотрите, кстати, реально, зачем Аляна, если у нее есть сын? Пусть идет, воспитывает. Тоже неизвестно. Вообще неизвестен момент немного, что очень быстренько. Хотя пришел в этот раз бодрый, свежий. Так, несправедливо, Аляне надо ребенку. Ничего не слышно из-за ветра. Ты супер, спасибо, сними наушники. Проголосуем, тебя 5 вернут. Виталик, передай привет Марии. Так, передал. Все, сейчас буду считать. Привет, не слышно, что не слышно? Не слышно. Добавь эфир, наушники сними. Что, ебучий ветер. Виталий, дальше тебя проголосуем, обратно верну тебя. Зачем выставлять голосование за стариков тебя потом... Не знаю, честно, не знаю, почему... Почему меня выставили, хотя я и в коллективе. Вот, смотрите, ребят. Смотрите. Ребят, вас лучше на будущее. Через колесо. Короче, Виталий, как дела у тебя? Нормально. Сергей. Иду домой. А, у меня тут история была. Короче, вот магазин, смотрите. Вот этот магазин верный. Вот этот. Короче, в него захожу. В него захожу и стоит на кассе кассир. Трясется такой, знаешь, все. Я так спрашиваю, а что такое случилось? Все нормально? Он такой дает мне тот самый ежедневничек такой и ручку. Он говорит, наш директор, ваш большой фанат, можете расписаться, сказать с любовью. Так что теперь... Так что теперь директор этого магазина, который рядом с домом с моим, мой фанат, тут говорят. А я там написал с любовью. Ля-ля-ля-ля. Надо было выгнать из новых тухлых участников, а вас бы... Надо было, видишь, ну, такие дела. Очень расстроен, что ушел. Да, ребят. В сегодняшнем эфире твоя Рита с Ебаровым флиртовала. Да вы что говорите? Хорошо. Спасибо за информацию. Как флиртовала? Что казалось? Как вы все это видели? Куда идешь? Иду домой. В сторону дома. Привет, почему твоя девушка с тобой пришла? Хороший вопрос, мне надо будет больше. Разговариваем потом. Пока общаемся. Привет, куда иду? Иду я в магазин за чипсами.
У меня сегодня выходной. Виталия, а ты только с кем снимал? А ты? Что? Я не понимаю вопрос. Алена, ору. Какая Алена? Кто орёт? Всем привет. Так, всем здрасте. Короче, чё, интересно вам сказать, почему не принимаешь прямой эфир? Да принимаю. Принимаю. Виталик, не общайся с Аллочкой 95. Да, почему? Хорошо, не буду общаться. Алло, здрасте. Алло. Прием. Вы тормозите немножечко, девушка. Девушка, вы немножечко тормозите. Привет, привет. Привет. Блин, что со связью? Ох, какой ты классный. Ого, спасибо. Спасибо большое. Столько эмоций позитивных. Так, ну что там? Просто тебя вообще рады видеть. Серьезно? Ну вот видишь. Да. Вот мы и встретились. Мои друзья, смотри. Встретили друзей моих. Я наблюдала за тобой, когда ты была на проекту. Когда ты была, блядь? Хорошо. Куда? Какой? Это самое дело работать? Давай. Ребят, пожелаем нашим друзьям удачи. Расскажете потом. Короче, да, что ты говоришь? Тебя вообще не слышно, конечно, с проекта вообще. Вот сейчас строили Алиану, хотя Алиана там не строила отношений. Ты вроде бы с Марго только начал, и тебя выгнали. Вообще несправедливо это все было. Я абсолютно с тобой согласен. Я не знаю, почему так произошло. Блин, ну, произошло так, как произошло. Ну, что делать? Короче, сильно не расстраивайтесь. В общем, это самое. Я чуть позже выйду в эфир опять. Короче, давайте, хорошего дня. Хорошо, пообщаемся. Давай. По онлайну. Давай, давай, хорошо. Давай. Давай. Так, все, до свидания, ребят. Всем пока. Всех люблю, всех целую.